Помидоры складываются в знакомую с детства трехлитровую банку. Однако одной. Чеснок, специи и уксус. И никаких консервантов. В тепличном открылась новая линия по консервированию томатов и огурцов. Выращенная в хозяйстве снеть отправляется заботливыми руками в трехлитровые и маленькие банки. По технологическому качеству предъявляют особые претензии. Ведь только самые спелые и вкусные овощи могут стать заготовками на зиму. Простой процесс, ничего сложного нет. Как дома консервируем, так же и здесь. Все то же самое. Стерилизуем баночки, моем помидоры, закладываем специи, варим рассол специальный. И потом закрываем крышками. Упаковываем. Итак, 450 банок. Столько за смену успевают закрутить операторы линий. Автоматика позволяет обслуживать весь производственный процесс в 6 рук. Конвейер работает всего ничего, а на стеллажах уже покоятся ряды банок с консервами. Новое производство осмотрел губернатор Сергей Морозов. Увиденным глава региона остался доволен. Даже попробовал ульяновских разносолов. Объем регионального бюджета увеличился в этом году на 7,5 миллиардов рублей, в абсолютном большинстве за счет агропромышленного комплекса. Также глава области посетил овощехранилище, расположенное на территории агропромпарка. Без него сельскохозяйственникам не обойтись, ведь в этом году был собран богатый урожай овощных культур. Сельхозпредприятие убрано с площади 1253 гектара, это 97,7%. Мы тоже подходим к концу уборки овощей, думаю, что в понедельник следующей неделе мы уборку всех овощных культур завершим. Ну вот, как сегодня видели, склады заполнены. Собранных овощей хватит до урожая следующего года. Есть полная уверенность в том, что и сохранить продукты с грядки смогут качественно и в полном объеме. Егор Цтов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.